Ну что, пойдем сверху, вниз. Фултон рекавери. Ну, надо же закончить Peace Walker. Так, сникинг. Встал. Так. Главное, что на Alien Isolation я все-таки сумел настроить VR-мод. Меня это так радует. А нет, опять самолеты летают. А, нихера себе. Но, собственно, и Nocturne на PS4 оказался. Я так только не понял, там что, Данте не будет, что ли? То есть, а нахера тогда это все? Нахера вы выпускаете Nocturne без Данте? Это что вообще? То есть, зачем оно все надо? Я, кстати, нормально ни в один Shin Megami не играл, поэтому это будет любопытно, конечно, оценить. Я только, наверное, Nocturne чуть-чуть начало побегал, он мне тогда показался ужасно сложным. Так, ничего нет. Ничего нет, отлично. Мне надо бросать всех, блядь, фултонить. Мне некуда людей девать. Ох, нихера себе, мне еще две зоны идти. Неожиданно. К счастью, тут времени дохерища дают, так что все окей. Где мой анализатор? D-ранг нет. D-ранг нет. D-ранг. Я отказываюсь брать этих людей в свою команду.
Так. Блять, это не работает как бинокль, я постоянно забываю про анализатор. Деран. Give your ID. Так. C-ранг. Ну, его можно взять будет. Кто? Кто меня заметил? Кто меня заметил? Что? Я сейчас не понял, что произошло. Блять, Клеймор! Я же его видел. Так, вот я его, если что, не убил. Это был Клеймор. Сиран. Сиран. Что за бред? Так, а где моя зонта? Упс, я не туда прибежал, ладно, сейчас. Блин, вот эта миссия херово получилась, конечно, ужасно. До ужаса. Я так не понял, кто меня увидел. Кошка, заткнись. Погодите, стоп. Где моя точка выхода? На втором этаже. Блядь, дебил. Это было очень погано. Ну ладно, ладно, нормально. Мне нравится, что мне не засчитали убийство чувака. Могли.
Так, и нам тоже как-то надо прокачивать. Ой, нет, блядь, я тебя случайно нажал. Так. Щит, конечно, спасибо, наверное. Бля, всю технику покоцали, а? Вообще. Нахер, я ничего не буду отправлять сейчас. У них 3 вертолета, я не буду отправлять никого. Так. Зик. Что у Зика? Я и сторож. Ну, понятно, да, я буду собирать эти пупы, лупы и прочее. Понятно. Надо фармить. Надо фармить. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты кто? А ты кто? Ни хера себе. Это уже чуваки, которые сосут, да? С ума сойти. Так. Противотанковую разрабатываем. Здесь все окей. Блин, мне понравилось вот это сейчас. Неплохие ребята попались. Так, eliminate enemy soldiers. Ну, допустим. Кто бы это мог быть? Хороший был парень. Я надеюсь, все правильно сделал.
меня же просто Eliminate было. Или... Блять, это не тревога. А-а-а-а! Я дебил. Я сейчас усложнился за... Я очень сильно усложнил себе задачу. Меня в этом костюме видно издалека. И у меня фултона нет на эту миссию. Пиздец. Возвращаюсь. Нет, это так дело не пойдет. С удовольствием не поиграю и на других приставках. C-ранг. C-ранг. Я не знаю, C-ранги мне надо собирать. Наверное, стоит. Сиранги это все-таки не Е и не Д, да? Так, еще 8 дурачков здесь. Блять. Нет. Что-то я сегодня жутко какой-то неаккуратный вообще. Ди. Но вот Ди мы не будем брать. Нам не нужны больше Ди. Так. Здесь вроде все хорошо. Еще 4 чувака. Изи. Так. Би. Язык. Добрый вечер. Язык есть у других аватаров. И мне кажется, это не зря. Добавили языки там, потому что, ух, это смотрится. Ди. Нет, Ди мы не будем брать. Мы не берем Ди. Так. Так, вон там Вася ходит. Готов. Ди.
Ди. Не. Так. Мне вот только интересно, за рекавери зоной что у нас ждет? Нихуя, да? Окей. Так, ну, наверное, стоит пупу, лупу и прочих там, наверное, вломить им, нет? По идее-то. Еще раз, правила такие. Я должен им бить только в епот, да? Я правильно понимаю? Чтобы не разломать ничего. Блять. Ох. Нет звука в игре? Бля, час, секунду. Ох, пиздец, я уже полчаса сижу, звука нет в игре. О. Именно сегодня я и решил не проверять, будет он или нет. Сейчас должен появиться был. Блять. Вот такая хуйня меня больше всего расстраивает, когда происходит. Брейклен, привет. Добрый вечер. Кестрел. Фух. Оказывается, сейчас полчаса сидел без звука. Так. Сейчас, момент. Да. Так, танки пока пусть устанавливаются. Так. Воу. Вопрос. Мне надо восстановить себе. Мне надо установить себе эту херню, да? Так. Чего мне не хватает здесь? Мне не хватает главных частей. Волк юнит есть, пауэр юнит есть. То есть мне нужны зеленые и желтые части, да? Зеленые и желтые части. Зеленые и желтые части. Так. Плюс еще Задорнов сбежал. В общем, что я думаю, сейчас завалить пупу, а потом пойти за Задорновым. Так, Задорнов Search Mission. Вот, ага. Так. Погодите, а где драка с пупой? Она же не здесь, да? Так. Опа. Careful, Snake. Ах, не надо про кризис кор. О. Ах. Combat. Так. Что значит мы берем? Да, кризис кор. Там есть свои моменты, но в общем и целом это. Это не очень хорошая игра, скажем так. Так. Так, а что мне брать тогда сюда? На драку с ним. А.
А может быть, и не такая же плохая игра. Так. Карл Густав. Кто-то мне Марко Холло говорил, что вроде у Карла Густава в ракеты летят быстрее. Проверим. Как раз проверим, да? Ну, мне просто, мне не понравилась, во-первых, боевка, во-вторых, сюжет. Вернуться было классно, но локации искали. Блин, Генезис, блин, Энджел, блин. Делают говна, блин. Ride flat to avoid getting hit when it charges. Прикольно. Получилось. There will be some warning signs when it's coming out. Кстати, на PSP можно было свой голос Пупер Зику потом настраивать, но, по-моему, здесь этого убрали, да? Да, кстати, как вам анонс Мегами Тенсей? А, Пупа выпиливается довольно быстро. Опс, это было не то. Ох, нихера себя напрягнуло. Менюшку зайти. Окей, зашел. Я, честно говоря, не знаю. Ого. Вполне возможно, что у меня что-то не установлено. Стрим вроде работает. Все работает у меня на телефоне. И на планшете, и на компьютере. Вроде как. Где она? Опа, встань на место. Так, зеленые и желтые части мне нужны. Зеленые и желтые части. Кстати, а вы как же? Что? Погодите, что? Почему? Почему они закрыты? Я же аккуратно так сражался.
По идее, я думал, что ее надо бить было чисто по лицу. Я тогда не понимаю. Точно? Я же вроде их не задевал. Не, я другие никак не могу. Просто мало будет. Или это рандом? That was an unmanned weapon. No, мы это видели. There's no need for a human pilot. Неожиданно. Неожиданно. Strange Love Cassette Tape 1. Что? Snake. The doctor's safe. Most needed power unit. Just park. Я не понял, как это работает. Но. Package for you, boss. What? Yeah, looks like a cassette tape. Don't worry, it's clean. No trace of explosives or anything. Return address just says Eva. Eva? Someone you know? An old acquaintance. Oh, the plot thickens. Tidings from an old flame? Don't start, Kaz. Anyway, I'll check it out later. Okay, just don't go running off after this chick. We can't afford for you to be distracted right now. Я этого вообще не помню. Эту кассету потом послушаю. О, апгрейд. Так. В принципе, получилось неплохо, да? Чем нам там давить на хэд? А, конечно, да, конечно. Нахер послали. В общем, идем за Задорновым. Вот что я понял. You're fired. Ой, погодите, стоп. Я зря его уволил, да? У меня теперь один лишний слот есть. Я увлекся увольнять людей здесь. Почти. Значит, Задорнова вытаскиваем, потом еще пару доп. Миссий, а потом за... Задорнов has escaped custody. Find him. Stealth. Так.
Так, он где-то здесь спрятан, да? And bring him back here with Fulton Recovery. То есть мне нужен обязательно Fulton один оставить. Так, вы особо не будем тут, короче. Д-ранг. Не берем. Так. Миссии с одной стороны забавные, с другой. Find him. Leave no... Тут вон какая огромная территория доступна. Он может быть где угодно здесь. Так. Возможно, он там. Сразу тот путь отсечем, чтобы крупнее навязать. Лишний раз. Чел, ты хорош? Сиран. Ну давайте, допустим. Допустим. Допустим, сиранги мы еще берем. Мне надо только один фултон оставить на задорного. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Ну, все как всегда. Я другими делами здесь не занимаюсь. Би. Отлично. Блин, неплохо, неплохо. Без задора. Fulton recovery to helicopter is complete. Где задор? А. Я думал, я в упор его не вижу. Да. Wait. Никого ты там не видел. Can't be imagining things. Хорошо, что ЦРУ это... Кстати, погодите, вот это сейчас ЦРУ? Почему ЦРУ помогает Задорну? Ну, нет? Или он просто, типа, прячется здесь и все? То есть он и шкерится и от нас, и от них? Ди. Give her a D. Так. Си. Мне не нравится эта ситуация. Где сраный Задорно? О! Не зря сюда пришли, окей. Си. Я скоро пленников перестану.
Hamilton recovery subject confirmed onboard helicopter. Freeze. Ди. Блядь, чувак, прикалываешься. Ди ранг, какого хера? Так, Задорнов. Кстати, у меня же есть Соника, я могу по нему ориентироваться. Не, он плохо, по нему плохо ориентируется. Стоп, что это такое? Вот не там ли Задорнов? Нет, это солдат. Это не Задорнов, это солдат. Задорнов переоделся в солдата. Он не хочет говорить. А, потому что он. Try using Fulton recovery on him. Easy mission, boy. Head for the recovery zone. We'll pick you up there. Ой, блин, это да, это надолго. Я помню, я первый раз, когда проходил, я вообще охуевал. Потому что, блин, когда это закончится? Когда это закончится? А, вот здесь еще и рандом, потрясающе. Солитон радар. So, you found me. Я не могу, я слышу его голос. What to anyway? Just going for a stroll. Kaz, I've got Zadornov returning home. Я вспоминаю Омона в Легенде Кора. У меня он ассоциируется только с ним. Оу-е, Фултон. Четвертого уровня. Вау. Оу. Хороший парень. You're fired. Fired. Так. Что там техника-то восстановилась? Почти вся. Ладно. Они же что-то еще мне разъебали, да? У меня было два вертолета, сейчас ни одного не осталось. Посмотрим, как они справятся. Не так уж и много миссий осталось. Так, ну чё, солитон радар. Охереть, солитон радар. А, погодите, а где солитон радар? Стан граната только сейчас у меня появилась.
Или я взял чертежи, и только после этого я могу его разрабатывать. Так, ну что, идем дальше. Что у нас следующее? Тут он рекавери. Это все, конечно, хорошо, но это надо обязательно сегодня пойти. Так. Чё, Т-72? Т-72. Commencing mission. You're in for some heavy combat with this one. Try and make it back in one piece. Так. Combat. Блять, Combat Lee. Нет, не Combat. Нет. GNG. Survival. Mark 22. Этот автомат. Display marker. Smoke бомбы. Гранаты. Да, вот так. Вот так мы готовы. Tank. That should stop it. Neutralize the enemy troops. Спасибо. Так, сейчас по старой схеме. Утонем до усёр. Мы можем отфултонить 12 человек. Is complete. What is it? Oops, я в плохой ситуации. В очень плохой ситуации. Recovery subject confirmed on board helicopter. Ничего сверх не происходит, естественно.
Oops, 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 oops. Oops. О, Extinct Mind, привет. Я даже не заметил. Все, у меня кончились дымовые. Упс! Охереть! Охереть! Что происходит? Снэйк, беги! Go around, правильно. Вообще я думал, что Снейк. Танк вообще слепой на самом деле. Я думал. Бля. Не, вот сейчас хорошо должно быть. Да, оставшихся придется убить. Я видит Господь Бог. Что их так много было. Оу, нихера себе он дамажит. Там... Чего вас так много, чуваки? Так, все, враги кончили. Все, один на один.
сломал там. Патроны, блядь. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Да, он невероятно жирный, я ему даже из жизни не стал. Чё за дерьмо? Возможно. Мне стоило взять базуку. А вот и нет. Я так понял, мины его всегда станет. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box
Еще карри прислали. Ой, он дамажит вообще, а? Ладно, я патроны половину сапплая этих маркеров. Нормально, справимся. Половины жизни нет. По идее, с минуты на минуту должно уже быть это. Я, наверное, совершил ошибку. Надо было бы его костюм брать и два костюма.
просто чекаю. Блять, опять патроны подключу. Какой файер? Так, я возмущен. Почему он еще не вылез? Проблемы. У меня не так уж и много патронов на самом деле. Если он сейчас не вылезет, у меня очень большие проблемы. Я думал, надо половить деньги начинать. Я уже больше половины снял. А, фу, слава богу, вот тебе. Фу. Было бы обидно сейчас, да, умереть, наверное. Легкая победа, легкая легчай. Наверное, героин сейчас минус куча какая-то была. Будет. А, нет, даже плюшки не спали. Танк, конечно, надо восстанавливать. Так, чё сейчас, 20.11? Ну чё, на свиданку спас пойдём? Чака прокачалось, это хорошо. Ни один мой самолет не разбил. Ой, самолет, мой танк. Охуеть, что? Пусть опять сидят технику устанавливают. Это пиздец. Ого! Так. Что нам нужно на этой
Так, сейчас, дайте успокоиться. How's Paz doing? Okay, so far. Still shocked about being lied to by Zadornov. But she's actually getting along great with the crew here at Mother Base. Really? That's good to hear. Still, it's gotta be depressing for a girl her age to be cooped up on an offshore plan all day. Even if it is only temporary. I bet she'd love it if you took her out somewhere once in a while. Так. Брифинг Фалсон каких? Господи, сколько тут еще диалогов-то не послушано? Жуть. Так. Во-первых, это как раз то место, наверное, где мы должны использовать таксидо. Да? Таксидо. Фултон нельзя брать на задание с собой. Что за бред? Рационы карри соду можно. Так. Камера. Лавбокс оставляем, он нам нужен будет. Так. Волкман. Из оружия хоть что-нибудь не можем взять? Из вещей, которые кидаться. Супермагазин. Да, вот этот шурмовый. Это так странно. You know, we are finally alone, Snake. Why don't you leave the radio alone for now? No. Будешь чипсы. Будешь чипсы. You don't want to talk to me? Бля, что делать? Так. Журнал? Надо тебе, нет? Будешь читать? What's with that? Не впечатляет? Так. You're going to take a picture of me? Так, I need help, я не знаю, что здесь делать. Дай Волкман послушаю. Извини, я не специально. Так. Ей не нравится мне. Я по ней вижу.
же не надо на ней CQC делать, реально, нет? Журнал она не любит. Чипс она не стала брать. Чертов, блядь, этот мог бы помочь, Каз. Мы все правильно, получается, сделали? Нет, пас Affinity 0. Надо было делать CQC? Бля, надо было рестарт делать. Ща, да, реально. Ладно, надо будет к следующему разу посмотреть, что, собственно, делать здесь. Потому что сейчас время есть еще одну пупу завалить. Но это явно что-то я неправильно делал, да? Что ж делать-то надо? Надо гайды смотреть. Snake. Таксидо. Может быть, мне не таксидо надо было одеть. А. Combat. Вместо Карл Густава возьмем вот этот. Видели? Видим, будем видеть еще не раз. Так. Take out the chrysalis. That thing needs to be eliminated once and for all. Мне надо же целиться в это. Плохо.
Раз так делала. С этой лупой я больше драться не буду. Обожаю врагов, которые быстрее. Где она сядет? Вот там. Чё, сейчас я, наверное, все разбил, да? Что-то у меня не особо удачные сегодня забеги получились.
the unlocked memory boards. Pull out the memory boards. All the unlocked boards will have icons over them. Any boards you remove can be used to build our own AI weapon. Memory boards have different functions according to the icons displayed over them. Go ahead and take whichever ones you want. If you attack parts on the exterior of the machine, the memory boards that control those parts should light up. You can tell what a memory board does by looking at its color when it lights up. Yeah, so da. Okay. Да, тут реально фармить, конечно, надо. Че и Б-ранг дали неплохо, в принципе. Snake. Блядь. She played me like a piano. Forget about it. А, господи, you'll... это... Я понял, это про Стрэнджлов. Так, а... Ну что, мы получили то, что нам надо было, я надеюсь. Bad news, Snake. Zadornov's on the loose. Yep. What? Again? It's funny. We took away his prosthetic and did a full body check. We even increased the guard. You think he had help? Impossible. Anyway, I'm adding a new mission. Locate and recover Zadornov. Ну, это уже потом. Это тайна. А, блядь, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. А, я солдатику-то не отправлял, потому что они все разъебали мою технику, да? Угу. Воу-воу-воу-воу! Кто эти ребята? Давайте все. Подождите, баттерфляй. Я не буду увольнять баттерфляй. Нет. You're fired. Баттерфляй пойдет сидеть пить чаёк. Так, где здесь вообще посмотреть свою базу, статистику? Есть здесь по персоналу? Итак, у нас 5% составов женских. Вау. Окей. Thank you.
Так, ну ладно, все тогда. Всем спасибо. Всем пока.